Я председатель городского совета старшеклассников. Я считаю, что необходимо помнить и чтить память наших земляков. Я хочу рассказать о Белове Павле Алексеевиче, который родился 18 февраля 1897 года в городе Шуй Ивановской области. Он был командующим 61-й армии Центрального фронта в должности генерал-лейтенант. За годы Великой Отечественной войны 61-я армия под командованием Белова участвовала в различных сражениях. Во время Киевской операции корпус Белова вел жестокие бои под городами Ровно и Шепетовка. За 5 дней жестоких сражений гитлеровцы потеряли до 8 тысяч убитыми, 20 танков, 150 орудий и около 100 автомашин. За отличие в оборонительных боях корпус был удостоен звания гвардейского. За участие в Великой Отечественной войне Белову Павлу Алексеевичу было присвоено звание Героя Советского Союза.